Уважаемые телезрители, с нами Илья Иванов, игрок команды «Донбасс». Сегодня, к сожалению, футбольный клуб «Донбасс» уступил Шиакиряну со счетом 3-2. Но хочется отметить, после середины первого тайма очень достойная игра. Начнем с того, с чем связано, что вот в начале матча три таких быстро пропущенных гола вы пропустили. Ну, у нас, если не секрет, то каждую игру такая ситуация. Нас пока не клюнет петух, то мы не побежим. Ну и получилось и в этой игре так. Расслабились, подошли к игре халатно. Плюс еще сказалось, что у нас нехватка футболистов, играем без замен. Поэтому побежали только во втором тайме, можно сказать. Ну вот после просмотра ВАР с пенальти, который вы могли пробить, вы прям активизировались, забили первый, прижали Шиакиран к своим воротам, потом второй. Повлиял ли как-то этот просмотр на дальнейший ход встречи? Ну, конечно, да. Там даже вратарь соперника сказал, что было пенальти. Он, очевидно, видел руки. Но судья есть судья. Это его решение. Он не поставил точку. Конечно, немного футболисты огорчились. Наверное, это немного подействовало. Появилась какая-то спортивная злость, и поэтому побежали. Ну и после перерыва вы играли посильнее, чем даже в первом тайме, прижали Шиакиран. Были ли сказаны какие-то слова, может, капитаном или владельцем клуба, мотивирующие, может, для того, чтобы добавить во втором тайме? Сегодня играли без капитана, никаких мотивирующих слов, просто сказали между собой ребятами, что давайте поиграем в футбол, хватит ходить. Ну, как-то так. Ну, на мой взгляд, после пропущенных трех мячей вы очень достойно сыграли остаток встречи и даже могли вырвать ничью. Поэтому желаю удачи вам в следующих оставшихся играх и спасибо. Всего доброго.